Молли. Сегодня я хочу поздравить всех девочек, женщин с прекрасным праздником, 8 марта. И я прочитаю вам стихи собственного сочинения. Пусть все девчонки в этот миг поверят в сказочки из книг, и эти сказочки свершатся, и все мечты осуществятся. Пусть женский день приносит праздник, и чтобы ни один проказник не портил ваше настроение, чтобы не пришлось просить прощения. Желаю девочкам веселья, любви, здоровья, восхищения, успех в работе и в семье, побольше счастья на земле. Желаю позабыть обиды, враги пусть будут все забыты, и лишь любимый человек вас будет радовать вовек. Сегодня, завтра, послезавтра пусть длится вновь 8 марта.